Хейо, Симишимки, мы продолжаем пройдить игру под названием Dark Souls. Короче, кольцо, я думаю, мне уже почти не нужно. Давайте заменим его на что-то нибудь другое. Так, у нас есть херня для воспоминаний, поэтому я думаю, мы можем теперь ходить в воспоминания. Ну, пойдемте. Первое воспоминание. Сфера тьмы. Порча, которую создал из старого заклинания Джилей. Войти в туман. Ну ладно. Уголь вражды. Пожалуйста. Уи! Еп! ГГ. У меня такая тактика была. Отличная, просто идеальная. И она пошла. Пошла вот так вот. Защитные колокольчики. Колокольчики... Прикольно. Просто великолепно. Пускай они там сами, да, вот расправляются, я просто посмотрю. Он идет вот так медленно. Так, если он будет просто стоять, это хорошо тоже. О, хорош. Давай, хотя бы один снаряд. Найс. Это плохо. Ладно, и так сойдет. Так, а теперь мне нужно успевать пробегать, когда снаряды не летят. Оу, здорово! О, здорово!
Ага. Не, если он голову не сможет уничтожить, это отлично. Разве нет? Вот и все. Ой, я понял. Ну что, давайте. Туда ведь не доставало. Что за бредятина? Как же это раздражает. Не, в принципе, гиганты, они ж поди медленные, да? Да, в этот раз не вся так уж просто. Так, теперь осталось второго уничтожить. Я не думаю, что ты там просто так застрял, чел. Ну, снаряды, ну, блядь, быстрее! Хорош. Хорош, чел. Так, там больше точно никого нету. Нету. Так, попытаться ли забежать к нему и убить его? Ладно, сейчас следующая атака произойдет, я к нему побегу и попытаюсь его убить. Ладно. Я понял. Yeah.
Короче, мне нужно его батить на прямой удар. Чего? Это еще на время? Серьезно? Вау. Неожиданно. Кто мог подумать, что эту херню надо еще проходить на время? Вау. Получается, мне нужно сначала убить гигантов, потом через свою силу, ну, какую силу, конечно. Так, ладно, на всякий случай. Может, там есть помощники. Сразу будем бежать к врагу. А заметьте, а души у меня остаются. Ай, хотя нет. Меня же телепортнуло, точно. Я ж не умер. Я тогда не знаю, что делать. Ой, монати вы уже надамажили. Так, ну два удара ему надо, да, таких? Огненных. Раз. Два удара. А что мне нужно было делать? Я не понимаю тогда. Ясно. Сука, прыгни ты даун. Давай. Давай, давай, давай. А,
Нормально, нормально. Отлично. Так, забираем. Чтоб не взорваться, главное. Потом прочтем, что мне дали. Главное сейчас добежать, пока меня с памяти не выкинуло. Душа гиганта. Так, что мне там дали? Душа повелителя гигантов. Душа повелителя гигантов однажды захватила Дранглик. Венри перестал... Пересек море, захватил гигантов в плен, закопав их в цепи и привез их в свой замок. Однако после этой славной победы его лицо мрачное, мрачнело день ото дня. Используя души гигантов, можно получить множество душ. Так, ясно. Что еще? Я там какой-то ключ получил. Душа гиганта. Так, душа гигантов, пришедшая покорить Дранглик. Сможет ли смерть успокоить гнев гигантов и унять их ненависть к королю? Или на лишь раз... Полить их. Можно ли так? Хорошо. Так, ключ. Что за ключ мне дали? Открывает проход в тронный зал под замком. Рог гиганта. У каждого короля есть свой трон. И когда он сидит на нем, то видит то, что хочет увидеть. А может быть, этот трон показывает королю то, что хочет показать. Пламя ревет. Пламя ревет, но сколько начинает затухать. И только достойный... Наследник может возродить огонь. Но чего же хочет тот, кто воззойдет на трон? Да, фиг его знает. Так, с этим мы разобрались. Душ, ого-го. Самое интересное, что на меня еще фантом напал. Умный фантом. Так, короче, что мы сейчас сделаем? Я быстренько бегу за душами, забираю. Ну давай, будешь ко мне прыгать? Ой, я понял, что это. Но по факту мне с ним не обязательно драться, так ведь? Окей. Вещи, вещи использовать, да. Блин, я не знаю, может, нахер мне все эти души, которые собираю. Давайте их просто используем, да и все. Лук я заточу на максимум, насколько смогу. Ладно, короче, я приду и... надо будет дописать серию. 20 минут. Эта часть.
Ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо. Ай, блин. Короче, потом я продолжу, я сразу куплю все, что мне необходимо, и прокачаю лук. Потом мы продолжим. Поэтому как так. Так, короче, сэкономил время в какой-то степени и пришел сразу к другому гиганту. Так, интересно, я ж могу сюда зайти, да, могу, найс. У нас еще должен быть где-то гигант. Кажется, он где-то внизу, там где эти врата и все такое. Как я говорил, я типа их объединю. Сейчас новый просто день, плевать. Босса мы убили, поэтому это я все дело объединю, да и все. Ладно, давайте сначала наверх сходим. Стоп. Это не нежить? Прикиньте. Я могу использовать ключ. Ну стоит ли? Так, я понял, нужно сейчас быстренько звонить вниз. Первый этаж. Так, это мы сюда пришли, значит, мне сюда. Ага. Я лук, если что. Но он меня защитил. Да-да-да-да, текай. Ой, я стрелы не купил, ё-моё. Я думал, я все сделал, а я стрелы забыл купить. Ладно, пускай они там дерутся. Мы сейчас быстренько пособираем все, что видим. Так, лестница вверх есть. Нихера они там стрелы пуляют. Чё так жестко? Так, окей.
Так, еще один гигант. Так, пойди, скоро мне уже должно пулять. Да. Туман рассеивается. Ну, если что, мы, короче, вниз сбегали, все исследовали. Значит, нам осталось еще вот эту локацию исследовать. И как раз я использую вот эту ключ Фороса. Фороса. Ну да. Сейчас тогда нас отправило. Сколько он? Походу, если бы я ключ использовал, то меня бы закинуло в этот. Там, где вот тот гигант стоял с дубиной. Сюда. Ой, бля, он тоже... Но они как бы, понимаете, как бы и нежить, и в тот же момент не нежить. Типа вот в чем прикол. Чуть не облажался. Сколько у меня хотя бы этих... один ключ остался? Ну ладно, давайте. А, я понял. Найс. Минус ключ. Офигеть. Ну, теперь буду знать. Так, можно как бы пробежать их, я понимаю. Нихера себе. Хорош. Я его добью сам. И? Ну, короче, примерно я понял. Как я понял, мне осталось только дождаться, пока меня не закинет обратно.
как тому гиганту попасть, который в дырке был? Я думал через ключ Фароса, но теперь у меня 0 ключей. И я еще слупил и потратил его зря. Продолжим, когда найду последнего титана, третьего. Все, я нашел последнего. А, это они там бьют. Ну ладно. Полетели. Остался последний. О, где-то в пещерах мы. Память Вамара. Что ты делаешь здесь? Ты не один из моих солдат, да и не наймика. Ты не, ну, похож. Кем бы ты ни был, это не та битва, в которой ты хочешь принять участие. Что бы тобой ни двигало, неважно, храбрость или безосудство, тебе здесь не место. Меня зовут Драмонт. Волый господин, этот форт был отдан в мои руки. Кем бы ты ни был, я прощаю тебе это вторжение. А теперь живо убирайся из этого места. Просто назови мое имя и никогда не помешай тебе уйти. Можешь и молча пройти. У моих людей сейчас нет желания никого останавливать. Скоро на этот форт обрушатся гиганты. Это воссоздание за бессмысленное варварство, поглотившее королевство. Великий господин основал это королевство, чтобы ее подданные жили в процветании. Я не могу даже представить, что могло его так изменить. Когда-то давно король переплыл море, разграбил земли гигантов и привез оттуда особый трофей. Именно тогда и появились големы. Гиганты – непростые варвары. В их сердце горит огонь невиданной ярости. Мой отец, так и отец, сражались с гигантами на этой самой земле. У гигантов стальная воля. Они не могут отыскать силу внутри себя, чтобы забыть о злодеяниях нашего господина. Ты видел его? Гигантского монстра, что был среди них. Это наверняка их король. Его будет совсем непросто свалить. Ха-ха, даже мне. Мой меч может сломаться, а стрела пролететь мимо цели. Но моя воля будет всегда крепка. Тот, кто всю жизнь не расстается с мечом, с ним же и погибнет. И я, Драмонт, не паду на землю, пока не вытащу свой. Вот, возьми. Думаю, это тебе пригодится. Шлем. Не спрашивай, почему. Я делаю это то, что должен. Проваливай, живо. Это форт скоро падет. Уходи, пока гиганты не напали на нас. Ладно, шлем потом почитаем. Так, одна дверь. Но это уже не мимик, это хорошо. Я не такой дурак. Я специально лук прокачал, ребят, до десятки, до максималки, чтобы с такими, как он, сражаться, не подходя к ним. Я же не глупый, я же все-таки лучник. Огненное семя.
потому что я дохера его послушал. Теперь меня сейчас отсюда выгонят. С пепельного мира. Ух, нихера там еще бежать. Манатам локейшн. Видео снова 40 минут на чем-то. Ну хотя бы теперь. Блин, надо было прочитать про шлем. Ну хотя бы теперь я могу просто пробежать, да и все, не мучиться. Бам, 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 бам. Бам, бам, бам. Вчера себе он меня ударил. Так, ну это по идее маг. Так, давайте сразу наверх забежим. Душа. Ладно, давайте просто пробегу. Я понял, что это бессмысленно мне с ними драться, потому что я не успею по времени. Так, что мне делать? Я не знаю. Я могу просто это все дело пробежать как вариант. Ладно, короче, я их не буду убивать. Я просто мимо них вот так проскочу как-то, попытаюсь. Мне главное добежать до вот этого сейчас места. О, ладно, ждите. Манать, ко мне еще и дух какой-то ворвался. Вообще зашибись. А можно не надо, пожалуйста? Да уйди ты!
Ты можешь от меня отстать, чел? Ненавижу таких. Ну, блин, то, что я прокачал щит, это хорошо. Боже. Ну и чё? Но у меня стамины больше. Ну он долгий, блин, короче, ждите. Ой, вообще, какой черт он тут появился? Нахер мне твоя человеческая фигурка? Я уже 42 минуты пытаюсь записать эту серию с гигантами, с прошлым, с будущим. Ясно. Ладно, вот этого хотя бы убить надо, чтобы он мне в спину кто-то не нахерячил. Да, хорошо, с этим мы справились. А, мне нужно вверх залезть за душами. Ладно. Чё так сложно? Ладно, соберу все, что могу, и потом заканчиваем на этом. Душа. Я как понимаю, мне нужно со всеми сразиться, прежде чем этого челика, да, открыть. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Хоп. Хоп. Хоп.
Так, все, можете меня отсюда отправлять. Пойди, все, что я хотел, я забрал, да? Знаете, вот он бьет так, что мой персонаж даже ходить нормально не может. Ну, а что ты не понимаешь, что нормально? О, все, найс. Не, я могу попытаться, типа, подбежать, быстро забрать то, что там... Давай, давай, давай. Ладно, плевать. Короче, мы взяли то, что мне необходимо было, поэтому... Все окей. Более-менее изучили, что вообще произошло. Поэтому на этом мы с вами и закончим. А если бы точнее, еще нет, потому что я хочу посмотреть, что мне там дали. В следующей серии еще нужно будет ключ использовать. Только не помню, где он вообще был. Шлем Дранглика. Традиционный шлем из Дранглика. Когда-то принадлежал капитану Драмонду. В свое время король Вендрик был честен и справедлив. Того же он ждал и от того своих вассалов. Это шлем знака доверия со стороны короля, большая честь. Но все это было до преображения Вендрика. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.